Даже не знаю, я думал, он европеец, потому что... Ага, он такой же европеец, как я, немецкая овчарка. Да, я понял, но... Скажи, он крутой, а? Еще бы. Он офигенно козыр и сдержан. Он даже не разозлился, когда ты стал его доставать. Я заценил. Будешь бекон? Нет, я не ем свинину. Ты еврей? Нет, я не еврей, просто не люблю поросятину. Почему? Свиньи – грязные животные, а я не ем грязных животных. Ну, бекон – это вкусно. Отбивные – вкусно. Может, помойная крыса на вкус, как цыпленок? Я этого не узнаю, я не стану есть крыс. Свиньи спят, дерьме едят, там же гадкие твари. А я не ем то, что срет, где жрет. А собаки? Они едят какашки. Но я не жру собак. И ты считаешь собаку нечистым животным? Я бы не рискнул назвать собак нечистыми, хоть они и грязноваты. Но собака, сука, личность. А это мне важно. Ага. Так, по этой логике, будь свинья чуть поумнее, она перестанет быть грязной. Я так понял? Нам что, обязательно обсуждать очароваших свиней? Свинья тогда должна быть в 10 раз симпатичней бэйба. Ты усек? Да, неплохо. Это смешно. Ты вроде очухался. А то сидишь такой серьезный. Да, я сидел и думал. Про что? Про чудо, что мы узрели. Это ты узрел чудо. Я видел редкую случайность. Что есть чудо, Винсент? Деяние Божье. А что есть деяние Божье? Ну, когда Бог делает невозможное возможным. Но сегодняшний случай не подходит. Эй, Винс, ты не видишь, что ты бредишь? Ты не о том базаришь. Можно думать, что Бог остановил пули, превратил колу в пепси, нашел ключи от машины. И нахрен такое привязывать к благодати? Было ли случившееся бесспорным чудом или не было, мне это совсем не важно. Важно, что я чувствовал. Это Божье касание. Бог был рядом со мной. С чего это? Это и свербит, я не знаю. Но я не могу стать прежним. Ты серьезно? Решил в завязку уйти? Отдел? Да. Определенно. Твою. И что будет дальше? Ну, вот об этом я и думал. Сперва передам чемодан Марселосу. Потом пойду бродить по земле. Бродить по земле? Знаешь, как Кейн в кунг-фу? Ходить с места на место, встречать людей, приключения. И долго ты думаешь по земле ходить? Пока Господь не укажет мне путь. А если Он не укажет? Тогда буду бродить до скончания века. То есть решил стать бомжом? Я останусь Джулсом, Винсент. Ни больше, ни меньше. Нет, Джулс, ты решил стать бомжом. Как все эти уроды, которые просят мелочь. Спят в коробках, жрут то, что я выкинул. У них есть название, Джулс. Это бомжи. Без работы и семьи, без квартиры, без средств. Этим ты и хочешь стать вонючим бомжом. Знаешь, друг мой, вот здесь мы расходимся. Гарсон! Кофе! Джоэл, слушай, случившееся утром странно, согласен, но не на уровне Гарсон, значит, воду в вино. Нет. На все воля Божья, Винс. Не гони эту бодягу, чувак. Если мои ответы пугают тебя, не задавай страшные вопросы. Пойду посру. Задать вопрос можно? Когда ты принял решение, здесь, поедая свой пончик? Да. Я сидел здесь, ел пончик, пил кофе. А в мозгу все крутился тот случай. И вдруг сверкнуло. Алкоголики называют это момент истин. Продолжение следует.